Здравствуйте, капитан команды «Нефтегазснаб». Ну что я могу сказать по поводу игры? Играли расхлябанно, слабо, приехали неподготовленными. Ну, игра довольно-таки плохая, непривычная для нас. Вот весь результат из-за этого. Скажите, по сравнению с прошлым сезоном, с чем связано то, что не так успешно выступаете? Да, как-то мы расслабленно играем. Состав не поменялся, в принципе, игроки те же самые, все те же самые ребята. А так, в принципе, ничего не поменялось, просто расслабленно. Не проснулись еще чемпионат.